Здравствуйте, 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 здравствуйте. Это Ярик и я в открытом мире. Илья с нами на связи, играет в Ассасин. Иногда вы можете слышать нехорошие слова. Это все потому, что Ассасин. У нас болото? Угу. Да. У нас поход добивания. Поход добивания, да. Я не вижу против кого. Давай, скажи мне что-то еще раз. Открой свою, блин, хлеборезку еще раз. Илья, напомни, в какой ассасин ты играешь? Синдикат. Синдикат. Вот если хотите таких же эмоций, скачивайте ассасин Синдикат. Хотел сказать по ссылке в описании, но нет, не буду так говорить. По ссылке в описании, это хорошо. katiatorrent.com. Нет, а что торрент? Знаешь, на официальную страничку в Стиме. Ну, тогда тебе Ubisoft должны платить за это. Бесплатная реклама. О, как я давно здесь не был. Как ты давно здесь не был? Мы недавно здесь были. Нет, это другая карта, другая болото. С кораблем, которого мы здесь ни разу не были. Мы здесь были. Нет. Да-да, с рыцарем. Мы были на складе, с помощью склада. А здесь корабль. Та-да! Катя исполняет заставку. Бляха! Бляха! Ой, все а кто это? Я даже не вижу. Я поворачиваться боюсь. Ай, нет, 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 только не подвал, только не подвал, только не подвал, только не подвал. Нет, 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 никакого подвала. А-а-а, боже мой! Добил. Это ведьма. Ой, класс. У нее скин какой-то необычный, кстати. Она такая, с синими глазами. Она идет на корабль идет. Она издевается, да? Ой, она зарубила в подвал. Никто ничего не слышит. Спасибо. Спасибо, бро. Это ее стандартный скин. Это ее стандартный? А все выбирают ящерицу, потому что им нравится ящерица? Да, ящерица. Ящерица. У нас стоит тотем? О, я его ставил, наверное, под душку его. Это теперь да, так стоит. Называется, Катя, да? Кого-то положила, кого-то положила. Я рядом со мной. Ну, извини, Билл, ты в подвал попадаешь. Ты зачем за мной бежишь? Не надо за мной бежать, я к тотему бегу лечиться. Зачем ты за мной бежишь? А, есть тотем, ладно. Минуту. Это корабль, починится корабль. Не пугайся. Не, я не боюсь. Давай, иди сюда, лысый. Лысый, сходи пописай. Так, напоминаю, что лысый может порчить. Так, ну она где-то тут ошивается, я вам скажу. Опа. Другая идет, нет, залезь, утырок. Боже мой, ассасина, включить ассасинить. Что, у него есть порча, которая сможет нас добить? Знаете ли, не смею с вами спорить, Ярик. Ой, рядом с лачугой есть тотем, который ты можешь сломать. Рядом с лачугой? Да, там слева там. Понять бы, где лачуга еще. А, его повесили и сняли сразу? Угу, она другую положила.
Странно. Нету порчи. Я не нахожу. Очень страшно. Ой, ё-моё. Я страж ночи. Меня никто не видит. И не слышит. А я испугался. А дед будет хилиться прям. Привет, Катя. Привет. Воды спасу. Сходи, я дочиню твой генератор. Мне кажется, ее не спасу. Нет, наш дед спасет. Ты куда бежишь? Я тебя еще не убил. Бляха, она где-то здесь. Она такая хотя другим. Нет, на меня что-то нашла, видимо. Я уже подальше от генератора. Я чиню. Она опять где-то рядом. А, да, на холм рядом. Она пошла к своему генератору, кажется. Да нет. Нет? Нет. Нет, она у меня, ладно. Перфект. Да она что, дурочка, что ли, ко мне идти? Ко мне не надо. Нет, она не к себе, ладно. Она со мной. Да что такое? Она кому там угрожать пытается? Ай, успела, ладно. Ой, я привел ее к другим. Тиммейт года. Тиммейт. Ой. Мы все по одному разу, да, висели? Да, кроме меня. Бляха, сюда бежит. Нет, она за мной, все еще. А что она сделала? Она сломала палетку? Да. Я думала, генератор. Хороший навык, мне нравится. Она без снеговика. Беда снеговик. Она думает, что ты там? Ля-ля-ля-ля-ля-ля, починилась я, и еще кто-то там починился. Она ушла, кажется, от меня. Нет, не ушла, ладно, я скипти эту штуку. Ой, ты чё лёг-то? Устал. Устал. Ты чё лёг? Устал. Ой, прикинь, Катя. А? Здесь генератор прям в углу карты, как в самом углу карты. Да? Да. Супер. Я вижу, там прям в углу генератор стоит. А с какого стороны? Она тебе поставила метку, да? Да, поставила по дому. Кто-то тебя спасать бежит? Да, да, она уже рядом. Я не побегу тогда. Гораздо побег. У кого? У нашей Нэви. Так как? Ага. Она снова за мной. Она видит, как я тотем очищу? Нет. Это хорошо. Я хилится. Угу. Она за мной, ладно. Угу. Я не хилится. Угу. Катя, ты смотрела финалочку купленного картинок? Я посмотрела, кого он убил. Нет. Понятно, у него на ютубе. Ты посмотрела что? Да? Кого он убил? Кого он убил? Угу. Ну блин. Конечно, это прикол. Как он потерял Чарли. Это... Самый прикол, когда он говорил... Я сохраню троих. И не соврал, получается?
Ну, если считать собаку. Да-да-да. Все что, мы все трое, мы все это на один удар. Кто-то пытается спасти этого чувака, и она положила еще второго чувака. Ярик, все плохо? Ой, я спасаю, короче, деда. Да зачем? Умираю. Да не надо, не спасай его, чини генератор, Ярик, мы спасемся. Опа, есть один стригерился. О, как далеко она повесила ее. Пули идешь. Угу. Или они сюда идут. Они здесь поменяли. Я спасу ее. Давай, я чинюсь. Так. Тут два генератора рядом, между прочим. Как? Угу. Где-то должна быть порча. Я сломала какой-то генератор, каких-то два тотема. Но они обычные, да. Зины. Где она? А, рядом повешу, там не висела эта ключка. Кто? А, вот ты. Я бегаю, если что. Ага, я вижу ее. Ты бегаешь от нее? Да. Скорее всего, она меня повесит. Ой, повесит, скорее всего, она меня добьет. Почему она тебя добьет? У нее одно добивание? У нее есть добивание, да. Минус я. Нет, она столкнулась, не повезло. Ярик, помнишь, куда она повесила этих? Куда кого? Ну вот сейчас ты спас девчонку, помнишь? Да, да, да. Вот там ворота есть. Ага. Я рядом с ними. Где-то что половина. Она меня потеряла. Она не потеряла, если что. Блин, будет круто, если она сюда не придет, конечно. Не смей. Вообще еще порчу, держу порчу. Вообще на один удар. Куда ты убежал, утурок? Он просто засал. Да, порча. Я кто-то сделал, ты сделала? Не, это не я. Все, в красотке. Я чиню. Можешь к воротам бежать. Уже? Да. Отлично. Но желательно не к этим. Вот. Она тпхнулась. Да, я вижу ее, она возле лачуги. Плохо? Я возле лачуги. Да? Угу. Возле тотема есть мой вот право тотем. Поймает, поймает, поймает. Не поймает. Не поймала. Будет искать, мы тут с дедом. А, она ставит метку возле ворот, ага. Супер. Дед, потихонечку. Право тотема есть ворота. А. Они почти открыты. Она, прикинь, нас не заметила. А если мы начнем ворота открывать? Она... По идее, нет. Не будет топахаться? Если это... На картонах мы подходим. Да, по идее, нет. Угу. Я открываю. Она у меня. Открывай! Беги сюда! Я могу ее отвлечь, если что. Нет, беги сюда! Ее тут нет. Да, конечно, беги сюда. Нет, я... Я открываю пол... Нет! Сука, нет! Я убегаю, Ярик, убегай! Убегай, мы тут все убегаем, убегай! Ой, нашу подружку добивают. Одной не повезло, короче. Ну, извините.
А что мы могли сделать? Так, я сделала свое задание на тотемы зато. Я не сделал свое задание. Кто не услышал? У нее порча пожирания надежды, секущий крюк зеленый, клаустрофобия. Никому не скрыться от смерти порча. Да. Ну, слушай, я считаю, неплохо. Достойно. И мы с тобой, смотри, мы с тобой вообще на вершине списка. No. Ну. Супер. Я после ведьмы, но тем не менее. Хорошая катка, отличная катка.